их сфера. В скором времени русские танки обрушатся на наши границы. Если мы не предпримем срочные меры, Рейх обречен. Мне нужен командир, который хочет жечь. Танковый командир. Давно не виделись, солдат. Я даю тебе еще один шанс. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. Нам предстоит драться на этом танке. По нам будут бить боевые. Ну что, как гладиаторы, что ли? Я в книжке читал. Добро, коняка! А ты меня с собой возьми. Что задумал? А ты нагадайся. Бежать на танке с полигона? Это все. Каюк. Сёба на право! Я тебя достану. Эй, Фриц! Дизель до полного! Ферштейн! Что можете сказать о танке «Белый тигр»? Об этом танке рассказывали легенды. Его боялись и в него верили. Он появился, сжег 5 танков, 4 самоходки и исчез. Вам поручаю поиск и уничтожение немецкого танка «Белый тигр». Он один мог решить исход боя. Что ты хочешь этим сказать? В мистику веришь? В том, что я говорю, не больше мистики, чем в теории Дарвина об эволюции живых организмов. Фильм Карена Шахназарова. Поехали! Моя армия со скоростью 50 километров в сутки идет в Берлин. И ничто ее не остановит. Стреляй, Крюк, стреляй! Нет его! Как нет? Стреляй! Не вижу я его! Сегодня за нами не только Москва, не только вся наша необъятная родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Эту землю не спахать будет, ее теперь только в Мартен. О, придумал! Не спрашивай, засеем. Было б кому. Если кто живой, так побежит. Это с чего вам так думать, а, Шемякин?
верная смерть. Никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жжем танки. Коновалов, командир восьмерки. Инженер-технолог Павло Чумак. Это груда металлолома. Танк должен быть исправлен в ближайшее время. Фу, газ мне в жопу. Повезло нам с командиром. И как? Он должен быть исправлен в ближайшее время. А по-моему, машина в порядке. И прекрасно выглядит. Особенно с вами на борту. 1942 год. Запомни эту дату. С этого момента твоя жизнь разделилась на до и после. Приказ ставки главнокомандующего. Наступление фронта начнется в 5 утра. Вот они выползли. Даже сейчас всех как кут перестреляют. Они не протянут и 100 метров. Они заглохнут и встанут в этом чертовом поле. Машина на ходу. И она на задании. Дайте починить восьмерку, и они уйдут на своем танке. Дайте шанс. Я справлюсь. Я заведу, ну куда ты? Нам говорили, что они воевать не умеют. Еще как умеют. Но у Красной армии впереди еще не одна война. И для победы ей нужны танки. Настоящие. Такие, чтоб в пекле не плавились. Полторы тонны дизеля на каждый танк. Дополнительные баки пронесем на броню. Вот тебе необходимый пробег, вот тебе и демонстрация возможностей новой советской техники. Минус в том, что вы собираетесь погнать через полстраны два секретных образца военной техники. Без приказа сверху мое ведомство это не согласует. Мое разрешение, считайте, у вас есть. Образцы секретные, так что и операция ваша, считайте, тоже секретная. Харьков, Москва. Вот мы, пробег и намотаем. Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Эти танки должны исчезнуть. Заводи, дядь Вася, поехали. Под броню, Пётр! Каким образом группа превосходно обученных специалистов не может справиться с 5 гражданскими? Армия выживает!